Смурфики. Легендарные Смурфики. Дождик, ты не лебедь, сделай елей на Гаргамеля. Мокрые мокрицы, в такой день я совсем не против убираться в нашем домике. Здорово, у нас достаточно места для новой одежды. Неряха, почему ты не разбираешь вещи? Я не думаю, что тебе стоит. Что это за вещи, тяпа-растяпа? Это все смурфные воспоминания. Кусочек коры из первого похода. Мой первый колпак. И мой лучший смурф-мяч. Запасливые зайцы, неряха, у тебя столько старых вещей, что нет места для новых. Может, выделите мне место в своих шкафах? Перестань, неряха, нам пришлось выбросить наши вещи. Ты тоже это сделай. Вы думаете, это так необходимо? Да. Это очень распространенная проблема, неряха. Она называется навязчивый вещь-реакит. Это невозможность выбрасывать вещи. У меня где-то была об этом книга. Великий Смурфик, кажется, это не мои вещи. Они мои, папа. Когда твои вещи уже никуда не влезают, это точный симптом вещь-реакита. Лечение — это заставить себя кое-что выбросить. Даже лесные животные иногда чистят свои норы. Лес? У меня появилась смурфная идея. Пора проверить мои ловушки. Скорее всего, это все, что ты поймал за день, Гарги. Только и умеете что сомневаться. Эти суперчувствительные ловушки обязательно поймают смурфика или... Двух. Кажется... Я словил первую партию маленьких синих магов. Отпусти нас, жалкий охотник. Сейчас же. Маги королевской библиотеки не потерпят такого отношения. Эту минутку я спущу. Нам очень жаль, что так получилось. Правда, Грубл? Да, конечно, конечно. Вы не похожи на охотников. Мы охотимся на мелкую дичь. Очень мелкую. Пойдем, Кесвик. Эти безнадежные охотники ничего не скажут нам про маленьких людей. Маленьких людей? Да, именно. Легендарные существа, которые, говорят, населяют эти леса. Они называются слурфики или снурфики или... Вы говорите о смурфиках? Да, точно. Мы с Антоном пишем книгу о лесных легендах. И нам нужны доказательства, что эти смурфики существуют. Они точно существуют. Я всю жизнь гоняюсь за ними. Если у вас есть доказательства, мы наградим вас золотом. Золотом! Антон, Кесвик, зовите меня Гаргамелем. Давайте покинем этот влажный лес и найдем уютное место, чтобы поговорить. Прекрасно! Это дерево выглядит сухим. Идеально для хранения старых вещей. Жаль, что только далековато от деревни. Но это лучше, чем выбрасывать вещи. Что ж, если им нужны доказательства, я им их предоставлю. Но как мне наткнуться на... Смурфика? Это мой счастливый день. Этот маленький попрошайка наполнит мои карманы золотом. Гаргамель! Попался! Ах, этот скользкий маленький смур... Что это? Что ж, эти глупые маги хорошо заплатят мне за доказательства. Чудесно! Невероятно, какая тонкая работа. Да, это доказательство вы можете подержать в руках, но стоит оно дорого. Эти артефакты бесценны. Но если вы можете показать деревню этих людей из легенд, тогда мы... Мы заплатим еще больше. Ты слышал, Грубл? Если я покажу им смурфидол, мы будем богаты. Но как это сделать? Я же не могу ее найти. Успокойся, Гарги. У тебя два платящих клиента, а клиент всегда прав. Но я не понимаю. Ты поймешь. А когда поймешь, я получу половину. I
Должен признать, Грубл, строительство фальшивой деревни, чтобы обмануть магов, это чудесная идея. Если это чудесная идея, то почему я должен строить ее один? Но ты же хочешь получить немного золота, правда? Половину, а не немного. Давай быстрее, у нас два мага готовы щедро заплатить, чтобы увидеть легендарную деревню. Смурфура, все уснули. Все чисто. Надо отнести это к остальным моим вещам. Колдуна нигде не видно. Памятные вещи пропали. Наверное, их взял Гаргамель. Но зачем? Привет, ребята. Не отвлекай нас приветами, хитрый Смурфик. Да, надо было выбросить старые вещи, а ты их спрятал. Как видите, мне сложно вылечить свой вещреатит. Да, уж мы видим. Да, вещи едят. Что это? Хорошо, пошли посмотрим. Этого хватит, Гарги! Наконец-то! А теперь приведем этих богачей посмотреть на фальшивую деревню! Фальшивые фламинго, смотрите! Это наша деревня! Ужас! А кто же это построил? О, кажется, они возвращаются. Смурфики, прячьтесь! Узрите же, мои сомневающиеся друзья! Невероятно! Вы нашли потерянную деревню маленьких людей! Гаргамель! Я так и знал! Невероятно, Кэсвик! Эти малыши вырезали ужасные маски на дверях, чтобы прогонять злых духов! Что ты делаешь, блохастый комок шерсти? А? Смурфики! Смурфики! Я вас поймаю! Кошмар! Надо рассказать об этом папе! Вы же их видели! Это были смурфики! Мы ничего не видели. Но если ты достанешь живого смурфика... Мы дадим столько золота, сколько ты весишь. Сколько я вешу золоте? Стойте здесь. Мы вернемся живым маленьким человечком. Но потом мы сбежали от Гаргамеля из фальшивого смурфидола. Это серьезно, мои смурфята. Если эти двое магов поверят в фальшивые истории Гаргамеля, скоро весь лес наполнит любопытные охотники на смурфиков. Охотящиеся овцы, что нам делать, папа? Нам надо как-то показать, что Гаргамель обманывает, не выдавая нашего присутствия. Очень примитивная конструкция, Антон. Но интересно. Привет, Антон, Кэсвик. Посмотрите, что я нашел. Надо же, живое существо. Великолепно. Эй, прекратите! Тихо, глупый смурфик. Ну, что вы о нем думаете? Но он больше, чем те, что описаны в легендах. Но у него при этом очень маленький мозг. Да, он разочаровывает, но это настоящий смурфик. Великие смурфики, я боюсь, мы опоздали. И мы хотим привести других магов из королевской библиотеки, чтобы посмотреть на смурфика. Приводите сколько хотите, главное, пусть несут золото. Фальшивые филины, папа, это не настоящий смурфик. Нет, Сосетта, но эти любопытные маги ему верят. И скоро весь лес наполнится теми, кто будут нас искать. Кошмар, надо остановить их. Сейчас или никогда, мои смурфлята. Смурфики! Смурфики? Где? Посмотрите туда! Это папа! Он стоит дороже! Вперед! Быстрее, смурфики! Надо посмотреть, что тут происходит! Я ничего не вижу! Надеюсь, фокус с бревном сработает! Азраэль!
Не стой просто так, трусливый кот! За ними! Они уходят! Здорово, сработало! Ну и где же остальные смурфики? Гарги! Тихо! Боюсь, его маленькие друзья смылись. Боюсь, смылись не только они. Эти хитрые смурфики, они обманули меня! Нет, это ты нас обманул. Смурфики не существуют. Но как же? Эти артефакты и та деревня — это фальшивки. И ты тоже верни нам деньги, лживый шарлатан. Забудьте, вещи смурфиков настоящие, я деньги не верну. Никто не смеет издеваться над магами королевской библиотеки. Отпустите! Отпустите нас! Хорошо, пошли, Кесвик. О, нет! Смурфики, терпеть их не могу, не могу, не могу! Я даже не могу! Прости, папа, я спрятал старые вещи и чуть не привел людей в лес. Но не ты один виноват. Гаргамель ведь тоже руку приложил. Да, но он навсегда излечил меня от вещи Риотита. Я так увлекся, что совсем забыл о своих старых вещах. Возможно, я могу жить без них? Посмотрите, какая классная вещь на память. Кусочек фальшивой деревни Гаргамеля. Ну вот, а я думал, что вещь Риотит не заразен. Последняя воля Гаргамеля. Вон! Но, крестный! Никаких но! И держи свои колдовские ручонки подальше от моей сенсорной короны! Если бы Бальтазар дал мне эту шапку, я бы нашел этих смурфиков где угодно. А вместо этого он дал тебе нагоняй. Тихо, доставучий прилипал. Однажды я отомщу этому Бальтазару. И это будет последнее, что он сделает. Какой смурфный день для пикника, мои смурфики. Любой смурфик мечтает попробовать мое острое рагу из кукурузы. Сластёна, эти пикники должны греть сердце, а не прожигать желудок. Я считаю, что ни один смурфик не будет есть это варево. Лёд и пламень. Похоже, вкусное рагу сластёны уже готово. Я чую его даже под землей. Мой новый рецепт заставит тебя прыгать от радости, шахтёр. Именем моего огонька, я понимаю, о чем ты. Рагу такое вкусное, что я хочу скорее попробовать мой пунш из сарсапарелли. Лови мяч, щенок! Ты очень-очень-очень плохой пёс, щенок. Надо же, мне ничего не оставил. Щенок, 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 ты разрушил весь пикник. Разве так ведет себя хороший пес? Проклятая удача! Если бы у меня была сенсорная корона, смурфики бы уже варились в моем котле!
Это щенок смурфиков! Хватай его, Грубл! Когда смурфики придут искать своего воющего пса, мы их поприветствуем! Этот пес Пенни, он сошел с ума! Бешеный щенок, бешеный щенок! Я больше не дам ему откусить ни кусочка! Вот он! Интересно, что они будут делать с этим псом? Не беспокойся, щенок. Скоро все будет смурфно. Молодец, благоразумник. Ты загнал щенка в колючий кустарник. Если бы щенок был серьезнее, у него не было бы проблем. Пойдем в деревню, мальчик. Мы тебя почистим. А у меня есть идея, как превратить щенка в настоящую собаку. Значит, этот пес не болен. Но эта история поможет мне повеселиться с Гарги. Что значит пенно-слюнявость? Тут сказано, что пенно-слюнявость передается от слюнявых псов. И к полуночи ты превратишься в собаку, Гарги. Глупости, простофиля. Дай мне эту книгу. Конечно, Гарги. Я не могу прочитать, тут все размазано. Это первый симптом, Гарги. Зрение ухудшается. Может, я просто устал. Посплю, и все снова будет в фокусе. Сжигай запал. Сжигай запал. Это убедит Гарги, что он превращается в пса. Его будка достанется мне. Что ты делаешь, глупец? Я заметил, какими красивыми и блестящими стали твои волосы. Посмотри сам, Гарги. Ёлки, твои волосы красивые и блестящие, но они покрыли мое тело. Что скажут колдуны, когда увидят меня таким? Может быть, к ноге, песик? Какая трагедия! Столько неналоженных заклинаний, столько непойманных смурфиков. Что мне делать теперь? Поставь свой отпечаток. Вернее, подпиши здесь. Что это? Это твое завещание, Гарги. Ты же не хочешь, чтобы эта помойка, то есть дом, попал в чужие руки. Если я превращаюсь в собаку, то лучше буду кусаться. Мне все равно, что будет со мной дальше. О чем ты, Гарги? Для начала я получу сенсорную корону у Бальтазара, а потом я наконец поймаю смурфиков. Что ты мне сказал? Я сказал, мне надоела твоя болтовня, балабол. Я возьму эту корону сам. Отдай мне ее! Что на тебя нашло? Ты! Молчи, неразумный выскочка! Теперь я буду гавкать команды. Пошли, Грубл. Будем ловить смурфиков. Надо же! Я не видел тебя таким, Гарги. Ты был такой сильный, такой властный, такой глупый. Я покажу этому деревенщине, что надо уважать старших. Мы сейчас идем по горячим следам смурфиков, Грубл. Ты не шутишь, Гарги. Держись поближе ко мне, Грубл. Так достаточно близко, Гарги. Молчи, Грубл. Я вижу смурфиков. Я знал, что этот шлем станет их концом. Вот они, Грубл. Сними этот бешеный пес. Сейчас не время переворачиваться на спинку и сдаваться, Гарги. Иди сразись с ними, как собака с собакой. Ты прав, Грубл. Я более крупный пес, чем он. Как ты испугаешь кого-то этим рычанием, щенок?
Вот это уже лучше. Спасибо. Гаргамель! Беги! Мой укус страшнее, чем мой лай. Стой, щенок! Ты должен нас защищать! Этот мелкий песик мне не противник. Этот Гаргамель лично сует свои шлемы у дела других людей. Да, давайте уйдем отсюда. А щенок нам даже не помог. Ты совершенно несостоятельный сторожевой пес. Благоразумник, как щенок будет веселиться, если он привязан к дереву? В прошлый раз, когда щенок веселился, он сорвал пикник. И вообще, тут он будет в безопасности. В этой безумной панамке я быстро вынюхаю сморщиков. Забудь про свою сенсорную беретку, Гарги! Смурфики вон там! Смотри, Грубл, у них тоже пенно-слюнявость! Минутку! Все дело в пенном пунше! Я не превращусь в собаку! Кажется, мой план провалился! У меня еще вся жизнь впереди! Кажется, я отмечу это, поймав смурфиков! Смурфики с нами! Даже муравьи не испортили этот пикник! А как насчет Гарги? Гаргамель! Теперь вы попались, мелкие насекомые! С дороги! Кто лает тут? Гарги играет! Грубл, у тебя ужасно пахнет изо рта. Что ж, благоразумник, ты был неправ в отношении щенка. Да, он самый смелый пес, о котором Смурфик может только мечтать. Наверное. Но будь я щенком... Возможно, тут перебор, сэр Сапарелью. Ты больше не обманешь меня, Грубл. Я не напишу это бесполезное завещание. А когда я разберусь с тобой, тебе самому понадобится завещание. Но, Гарги, разве ты не рад, что живой? Я заставлю тебя пожалеть, что ты родился. Теперь у меня будет собачья жизнь! Смурфики. Авторы идеи Пьё и Эван Далпорты. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2012 году.